Я становлюсь все злее от каждого раза, когда ты говоришь неправду. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Благодарю, да. С вами Декарт и с вами модификация на Балди, которая называется там Декарт и его школа, как-то так. Она выходила еще в году так, наверное, 2018, и вот недавно у нее какое-то обновление. Тут что-то поменялось в этой модификации. Давайте посмотрим, в общем-то, рожа моя не поменялась, как, в принципе, она не менялась на заставке уже несколько лет. Вот эта надпись тоже не поменялась, ничего не поменялось, но что-то... О, амонгасики! Амонгасиков точно не было, и здесь амонгасиков точно не было, потому что... Когда первый раз выходила эта модификация, еще не было игры Among Us. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и вот... Добро пожаловать в мою школу. Подобие выхода. Я не помню, была ли такая надпись или нет, но это забавно. Тут я бы сказал так, подобие выхода, подобие входа, подобие Декарта, подобие Балди. Тут все подобие, понимаете? Боже, какой кошмар. Это вроде бы я, и я должен относиться к себе дружелюбно, но я отношусь к себе как-то с опаской, знаете. Ладненько, давайте, короче... Время для любимого предмета математика! Открой! Короче, вы поняли, что он говорит. Он говорит... Отвечай на вопрос. Problem one. 5. Да. Plus 8. Равняется... Вау, ты существуешь. Problem two. 6 минус 1 равняется... Я становлюсь все злее от каждого раза, когда ты говоришь неправду. Problem 3. Ой, вот это вот говно я вспоминаю, господи. Сравняется... Вау, ты существует... Ого! You got into the video. Возьми четвертак, и когда найдешь, на чем его использовать, нажимай правильно. Я попал... Да, я понял, понял. Я попал в видео, замечательно. Я попал в видео, но... О, ты глянь! Четвертак. Смотрите, у меня своя валюта появилась в этой игре. Это замечательно. Это прекрасно. Я себя чувствую крутым. Так, онлайн игры тут написано. И тут Among Us. Ну что? 6 минус 5 равняется... Вау, классно, отрезано. 6 минус 5 равняется... Ух, какой суровый Декарт. Да. Да, это страшно. Это, ребят, страшно. Так, хорошо, как будет выглядеть Балди карт в этот раз? Ой, понятно. А раньше не так, по-моему, было. Так, Лунтик директор. Вроде бы Лунтик и был директор. Ну-ка, лови меня, Лунтик. Лунтик, придурок! Не бегать. Не бегать. А чё ты перешел на человеческий язык? Так, ну понятно. Губка Боб. Работает в Красте Краби. Любит ловить медуз. У него есть друг Патрик. Отлично. Это вместо Playtime. Not фото. Носок, без фото. Ютубер снимает летсплей, то есть игры. Он сам не знает, любит ли математику. Знаю, мне похер на нее, если честно. Этот зверек уже повзрослел, обрел новый голос, стал дежурным и держит все под контролем. Лунтик. Экзестер. Экзе. Он, получается, вместо швабры он стоит в чулане, я понял. Да, Балди, именно вместо швабры. Что ты спорить со мной будешь, паскуда? Ну-ка быстро! Ну-ка быстро замотал положительно головой. А, во! Вот это правильно, вот это я одобряю. Так, Соник Икс быстро любит убивать. Синий он еж, а не дикобраз. Замечательно. Так, у нас тут последнее, но не самое худшее, это... Он мирный, но подозревает всех, забирает вещи. Берегись его, Ред. Амонгасик стал хулиганом. Внимание, вы стали президентом. Скиньте на этот номер Балди. На номер Балди скиньте. Ах ты, Балди, хитрожопа какой. 500 тысяч рублей, и мы вам перезвоним и скажем, что вы лохи и потеряли все деньги. Понятно. А если Абрамович скинет, то он явно не потеряет от этого все деньги. Так, и нахрен от меня, пожалуйста. А это кто здесь? Ой, это же обниматор этот сраный! Отстань! Уже не модно. Уже не модно, не знаю, несколько лет, наверное. Уже, друзья, мне кажется, с момента, когда это было модно, уже некоторые мои подписчики просто выросли, я не знаю, устроились там, я не знаю, куда. 10 класс, не знаю, устроились. Так, короче, давайте еще, наверное, попробуем. Мне надо сейчас, конечно же, все обсмотреть пообстоятельнее как-то в этой модификации, а то это какое-то говно, да? Спасибо! Спасибо за эту информацию. Так, значит, какая ситуация? Ситуация следующая. Я еще не посмотрел, что будет, если мы встретим Спанч Боба, и что будет, если мы его, скажем так, расстроим немножко, да? Я, кстати, насколько помню, в оригинальной модификации вместо Спанч Боба тут был какой-то пацан со скакалкой. Это я точно помню. Он говорил «Начинаем!» что-то и заставлял прыгать. Так, это что такое? Это милые хомячки. Здорово. А тут экзектор будет, да? Ну-ка.
Ясно. Я пойду. Я отсюда, пожалуй, пойду. Рома, да. Это мы крутые. Так, что тебе надо? Подожди, я еще не взял. Я не взял еще ножницы, блин. Придурок, отстань от меня сейчас. Дай ножницы возьму, да. Ага, успел. Где ты там? Да где ты там, балбес? Где он делся? Где он делся? Ни хрена я от него убежал, однако. Ну, это хорошо, в принципе. Это, в принципе, хорошо. Что... Чё? Воу-воу-воу-воу-воу! О, здорово. Ага. Ну тут, слушай, ну вообще-то это как-то некультурно. Я такого от губки Боба не ожидал, честно говоря. Такого я от губки Боба не ожидал. О, мои старые аватарки. Так, зашибись. Умри, говорит. Какая добрая игра. Окей, okay. I get angry for every problem you get wrong. Вот рожа. Потрясающе. Лица были вырезаны просто потрясающе. Так, это Ред. Здорово, Ред. Вот ты паскуда. Ой, блин. Так, чувак, только не толкай меня к нему опять. Кто сказал не бегать? Ну чё ты прикопался, блин? Собака такая, ещё голос мой украл. Украл мой голос и прикопался ко мне, представляете? Так, я 3 блокнота уже сделал, да? Мне, короче, надо, знаете что? Мне надо, короче, наверное, купить соду. Купить соду как-то суметь. Так, откуда этот придурок там громыхает? То есть я. Ну, не придурок. Это... Замечательный молодой человек. Откуда он громыхает? Да. 9 плюс 6. Это у нас 15. Энд. Я слежу еще каждую дверь. Да, бла-бла-бла. Сейчас смотрите, какая ситуация. Сейчас смотрите, какая ситуация. Надо выбегать срочно. Чего? Смотри, Декарт снимает. Да, есть такое. Есть такое, да. Нажимаем. Замечательно. Ах ты ж паскуда со своей скакалки! Что это такое? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Не знаю! Не знаю, что это такое. Здравствуйте, это друзья, с вами используйте, нажимая правую клавишу. Бла-бла-бла-бла, да. Вот. Носок тоже может выглядеть как-то по-другому, потому что там не было его фотографии. То есть, вообще, может он в парикмахерскую сходил, что у него прическа новая, а мы не заметим. Это же нельзя так, правильно? Поэтому давайте искать носок. Давайте искать носок. И, возможно, нас... Декарт не оторвет нам сосок, я не знаю, вот он... я не знаю, что он хочет со мной делать, этот говнюк. Но, то есть я... Это очаровательный молодой человек, что он хочет с нами делать? Ничего хорошего. Отвали, говорю тебе! Да, вот это вот начинаем, я помню. Три, четыре... Все, я сваливаю! Замечательно. А кто это вообще такой? Это, может, разработчик озвучивал модификации? Я вот не знаю, на самом деле. То есть откуда этот голос? А может какой-то мемный пацан? Понятненько. Понятненько. Тут это особо не договоришься, значит. Какая-то адекватность. Минус адекватность, я бы так сказал. Минус 3, это. Все, поехали. Так. Так. Пробуем, значит, попадать в... Куда? Правильно. В школьную столовую. Да иди ты в жопу! Пошел нахуй. Да, это я уже слышал. Какой некультурный малыш. Так, ладно, поехали. Мне сюда, правильно, я все делаю верно. Абсолютно верно делаю все я. Отстань от меня! Да успеть! Да, я потратил шоколадку на это говно, блин. Че, я чувствую, носок я не увижу, да, наверное, в этой серии. С носком мне вообще не фартанет, да? Может, его, кстати, и нету. Смотрите, фото нет. Может быть, и фото нет, а может, и носка нет. Слушайте, ну ладно. В общем, вот такая вот обнова той самой старой модификации. Я думаю, мы на этом можем, в принципе, закончить. Я не знаю, если вам интересно, если будет интересно, если будет много просмотров, много лайков, то можно будет еще попробовать пройти 7 блокнотов, чтобы услышать, что я там буду говорить. Мне самому интересно, когда все 7 блокнотов будут собраны. Ну и, соответственно, также еще можно будет, возможно, посмотреть на этот гребаный носок. Хотя у меня есть подозрение, что он либо выглядит так же, либо его вообще нет в этой игре. Тоже вполне возможно. Вот такая вот, короче, замечательная модификация. Декарт лучший учитель на планете. Все это знали. И знают и до сих пор. И, в общем-то, мой статус только подкрепился. Если вам понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.